нас в гостях вот замечательные за столом сидящие. Посмотрите, какие милые братья, близнецы. Угу. Почти. Почти близнецы. Ну, там вот два разница. Пять. Да, это братья Вадим и Валерий Мещук и их двоюродный брат Александр Медведский. Вот, вот такие крепыши сегодня у нас в гостях, поэтому я вам предлагаю, звоните к нам, поближе поставьте телефон, телефончик вы прочитали, наверное, внизу. А те, кто знает песни этих замечательных богатырей, пожалуйста, заказывайте. Ну, а для тех, кто действительно, я не знаю, очень хочет и как-то очень пожелает сильно, и, в общем, тот, кто очень хочет, может попросить еще и свою любимую песню, которая, может быть, и не входит в наш репертуар, но мы попробуем ее исполнить. А сейчас у нас, так как у нас ресторан, начинается закусочка, и поэтому, я думаю, вы на закуску какую-то песню приготовили. Ну, раз ты начал с зимней песни, мы с зимней и начнем. Хорошо. Толстовские штучки с бородою окованной льдом, из недельной московской отлучки воротиться в нетопленный дом. Затопите камин в кабинете, вороному задайте пшена, принесите мне рюмку вина, разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман и засяду за длинный роман, где холодно в этом романе будут главы кончаться, как вдруг будет кто-то сидеть на диване и посасывать длинный чубок. Будут еле стоять угловатые, как стоят мужики на дворе, и как мост небольшое тире свяжет две недалекие даты. В эпилоге, когда старики на кладбище придут у реки, Достоевский еще молоденек, только в нем что-то есть, что-то есть. Молоденек кричит, молоденек, выиграть тысяч так пять или шесть. Мы заплатим долги, и в итоге будет водка, цыгане и крах. Какая начнется игра, ах, какая начнется игра, какая начнется игра. Затопите камин в кабинете, вороному задайте пшена, принесите мне рюмку вина, разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман и засяду за длинный роман. Однажды весной, час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина из Риги.
теперь ложишься рано. Все равно усталый вид, словно шкурка от банана, над губой щека висит. За окошком ветер носит утешительную весть. 43, не 7 на 8. 43, не 6 на 8. Но, увы, не 26. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Как непросто быть любимым, и как трудно не любить. Если мы необходимы, значит, так тому и быть. Украшение мужчины не только ум и седина. У нас есть веские причины. У нас есть веские причины, чтобы сегодня пить до дна. Так наливай скорей в бокалы и выпьем, как последний раз. Те, кто жалеет нас, не правы, и кто ругает нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Так наливай скорей в бокалы и выпьем, как последний раз. За тех, что правы и не правы, за тех, что правы и не правы, за тех, кто все же любит нас. Thank you.
чувства мы переживем. А я еще не знал, какие безумства мы переживем. Я голос твой далекий слышу. Все же не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только двери отвори. Дорогая моя женщина, не ревнует и не мучится. Она может на разлучницу обижаться, просто грех. Дорогая моя женщина, ожиданию научится. Не брони меня, попутчица, я, как видно, из тех. До свидания, ничего не обещай. До свидания, это все уже не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только двери отвори. До свидания, ничего не говори.
до свидания, только двери отвори.